Ребятки, день добрый. Просто тест-драйв Стеллато я не хотел. Я хотел сравнить его с каким-то европейцем. Можно было бы сравнить с S-классом, например, с Mercedes EQS, но у них огромная разница в цене. S-класс мощностью 500 коней и более стоит в 3 раза дороже, к тому же он еще и длиннее. А тут недавно Mercedes представил свою новую Ешку, на которую, уверен, было бы интересно посмотреть даже без сравнения с Стеллато. Правда, она тоже дороже, но не в 3 раза. К сожалению, поставить их рядом не получилось, Mercedes не согласился на это. Поэтому будем склеивать. Присаживайтесь поудобнее, заварите себе чайку. Начинаем. Добро пожаловать на наш официальный сайт jazzcarbuy.com. Наша команда поможет вам пригнать из Китая практически любой автомобиль, включая немцев и японцев. Для того, чтобы с нами связаться, заходите, пожалуйста, в раздел «Контакты», нажимайте на значок «Телеграм», и вас автоматически перебросят в чат к менеджеру. А перед оплатой обязательно видеосвязь с Гилевичем Сергеем лично. Я сравниваю и буду сравнивать электрическую машину с бензиновой, потому что сегодня народ массово, особенно в Китае, пересаживается с ДВС на электро. Какую бы там лапшу не вешали немцы про проблемы с продажами электрокаров, в прошлом году самым продаваемым автомобилем впервые в истории стал электрокар Tesla Model Y. На самом деле проблемы с продажами электрокаров именно у немецких автобрендов. Именно они проиграли Тесле и китайцам в электронаправлении. А на двух самых главных рынках, в США и в Китае, где продается половина всех продаж мира, они проиграли еще и с большим разгромом. Сегодня полно людей, кто пересаживается с ДВС на электрокары. А значит, они явно хотят видеть именно такие сравнительные тесты. Ну ладно, поехали. У нас полный привод, два электромотора, 520 лошадиных сил с разгоном 3,9 секунды до 100, по подвеске двойная пневма, спереди двухрычажка, сзади многорычажка. Скоро они выкатят гибридную версию, где ничего по мощности они не изменят, просто добавят ДВС-генератор. Это будет последовательный гибрид, как Лисян, Воя и кроссоверы Huawei. Он будет просто на ходу заряжать батарею. Связи с колесами он не будет иметь. Они бывают разных версий. Самые слабенькие 8 секунд до 100 разгон на 200 там, коней. А E400, которая перед AMG идет самая жирная, она 4,5 секунды разгоняется и у нее 400 коней. По подвеске спереди двухрычажка, сзади многорычажка. Давайте сравним шумоизоляцию. И я отпускаю газ, чтобы не рычал мотор. Считайте, сколько секунд. Смотрите на мою правую ногу, там ее видно. Жму. 2 секунды он думал. Куда это годится, 2 секунды? За 2 секунды ситуация может измениться, и мне уже не надо стрелять. Там уже можно приехать. Либо надо на упреждение брать, как это я делал 15 лет назад в Тойоте, да? В одной из своих первых машин. То есть я нажимал на газ в Камри, зная, что через 2 секунды будет кикдаун. Рассчитывал. Это как, знаете, это как стрелять по птицам получается с ружья. В 2024 году, да? Чепуха такая. Сейчас машина в максимальном положении, и прибор показал 19 сантиметров. Дизайн мы сегодня не обсуждаем, здесь на вкус и цвет, как снаружи, так и внутри. Этот вопрос мы сегодня не трогаем. Давайте проверим на скрипы и сравним. Кладу микрофон для того, чтобы
Ну, тут чуть-чуть было, консоль есть. Сверху ничего, ну, вверху. Что-то легко есть. Здесь хорошо все. Давайте проверим на скрипы здесь. Куда его положить? Ладно, в руках буду держать. Ну, такое чуть-чуть было, но не сильно. Здесь хорошо. В смысле, хорошо, хорошо скрипит. Кстати, здесь не обязательно будет пластик. Вы можете дозаказать, и будет гиперскрин аж до сюда. Если у вас не хватает денег на полный гиперскрин, но вы не хотите вот этот пластик, можно сюда дозаказать дерево. Вот так. И вы подумаете, ну, потому что это E-класс, потому что это сила бренда, и тебе надо купить более дорогую версию, там будет лучше сборка. Пошли в S-класс. Maybach S-класс. Давайте здесь проверим. Здесь не было. Ой. 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 И тут вот еще сбоку. Так вот, было. Ой. И ручку еще. Здесь зеркало заднего вида может быть просто зеркалом, а может быть и дисплеем, который транслирует информацию с камеры, которая на заднем бампере. Зеркало заднего вида здесь обычное. Нельзя переключить зеркало на камеру, потому что, по их мнению, это за 90 тысяч долларов недостаточно люксовая машина. Да и, наверное, они скажут, а зачем, если сзади нет шторки? А у тебя и так все видно. А шторка полагается, а шторка за 90 тысяч не полагается. Оказывается, шторка стоит таких диких денег, дичайших просто денег, что ее только в Maybach. Только в Maybach, который стоит, знаете сколько. Зеркало больше не хочется, потому что у камеры есть ширик, там нажимаешь кнопку, у тебя отдаляет все. И ты какое-то время чуть-чуть непривычно, потом начинаешь привыкать, когда переключаешь на зеркало, понимаешь, вообще недостаточно информации. Там у меня вот эта амбразура, я вроде бы как все вижу, но не так хорошо, как видно в камере. Потому что в камере ты видишь все полностью. Смотрите, какой жирный бонус у камеры. На улице уже темно, а в камере светло. Как и в Мерседесе, два люка со шторками, но потолок обтянут более дорогой обивкой. Это что-то по типу алькантары. И здесь есть разные режимы у зеркала. Такие же режимы и у пассажира. То есть можно поменять более теплую, холодную подсветку и менять ее яркость. Здесь обычная ткань, не алькантара. Люкса недостаточно за 90 тысяч, повторяю. И здесь вот такие зеркала. Никаких больше у них там, никакой электроники. Кнопочек у них нет. Все, вот так. Спереди вентиляция, подогрев, сзади вентиляция, подогрев в максималке. Они предлагают несколько вариантов цветов отделки салона. Сейчас я покажу, какие бывают. Натуральная кожа Napa. Причем не только по центру, а полностью везде. И здесь тоже, и здесь. Помимо того, что спереди и сзади вентиляция и подогрев, есть еще и массажи. И спереди, и сзади. Ну а сзади, как вы догадываетесь, начинается тотальный разгром. Тотальный разгром. Здесь есть столик. Здесь есть холодильник. Четыре бутылки поместятся. И есть два зарядных порта. Огромный подлокотник. Место для беспроводной зарядки телефона. Это все кожа Napa. Внутри есть шкатулка с зарядным портом. И есть экранчик, который можно вот так регулировать. На разный угол поднимать. На какой максимальный угол 45 градусов. У подлокотника есть тоже большой кусок из дерева белого цвета. И есть два подстаканника. Также для задних пассажиров, у передних нет этого. Есть дополнительно еще сетка. Чтобы вы понимали, сзади полностью все обтянуто кожзамом Napa. Такой кожзам, как сверху на дверных картах. Это проектор, сейчас покажу. И сзади, у заднего лобового стекла, есть тоже сетка. Это я кнопку случайно нажал. Там есть кнопка, которая все закрывает одновременно. То есть вы не должны поочередно закрывать эту сетку, эту. Вы просто нажимаете кнопку, и все. То есть делается максимальное темное положение для задних пассажиров. Единственное, что вот эти уголки придется закрывать вручную. Нажимаем сюда. Так, сейчас будет складываться это сиденье, и у меня будет нулевая гравитация.
Смотрите. Я могу на спинке передних сидений повесить экраны. Они здесь идут в комплектации. А можно заказать и это, и то одновременно. Когда-то хочется смотреть это, когда-то хочется просто спинку экрана. Смотрите, для того, чтобы у меня была качественная картинка здесь, я должен максимально закрыться. Нажимаем эту кнопку. Все начинает закрываться, как вы видите. И теперь здесь на экране я включаю какой-то себе видосик. Били-били. Зажимаю три пальца и закидываю наверх. Ну а если вам не нравится вот это сиденье с нулевой гравитацией, вы можете, как в обычном Mercedes, как в обычном Мерседесе S-класса, просто, секунду, не то нажал, просто подвинуть себе вперед сидуху, если вам надо. Мало того, еще и можете атаманку разложить, как в обычном Мерседесе S-класса. Вы еще и можете регулировать себе наклон спинки. У заднего пассажира слева сиденье тоже ездит вперед-назад. Это было у меня максимально выдвинутое положение. И спинка, как видите, тоже регулируется. Но нет атаманки. Босс здесь ездит справа, главный босс. Вот это все оборудование, которое здесь за 65 тысяч долларов, они вешают в такие машины, как Maybach, Bentley, и продают их за полмиллиона. И здесь нельзя сказать, что это там непонятно какого производства. Это Huawei. Вся электроника, массажи, регулировки сидений, экраны, проектор, холодильник, все вот эти кресла с нулевой гравитацией, полностью все сделано Huawei. И оно на пожизненной гарантии для первого владельца. Электроника, напоминаю, моторы, электромоторы и батарея на пожизненной гарантии для первого владельца. Все остальное в машине, подвеска, там все остальное, 8 лет или 150 тысяч. Куда я попал? Это версия Long. Перед коленями, как вы видите, достаточно много места. Я здесь не чувствую себя зажатым. Мне наклон спинки для города, в принципе, было бы достаточным. Но если на дальняк не хватает, я хотел бы откинуться назад. Здесь такой возможности нет. Не регулируется спинка. Сиденье вперед тоже не регулируется. Из электроники подогрев, вентиляция в максималке. Могу подвинуть переднее сиденье, если хочу, и на этом все. Понятно, почему нет, потому что все это полагается в S-класс. И то, даже не в S-класс, а в Maybach S-класс, потому что в S-классе там такого прям полного фула не будет. Подлокотник широкий, большой плюс, внутри обтянут тканью небольшой кейс. Зарядных портов нет, беспроводной зарядки нет. И дисплей, конечно, полагается только в S-класс, здесь его нет. Видите, кнопка сломана. Выставочные машины, которые стоят в салонах, неважно какие, немецкие, японские, китайские, они все всегда самые убитые. В Китае перенаселение. Здесь, чтобы вы понимали, такой проходной двор в салонах. Здесь приходят дети, бегают, дети. И никто им ничего не говорит, потому что это дети. Дети ногами здесь наступают, дети прыгают на этих сиденьях. Бабушки иногда просто идут с рынка домой, заходят в эти автосалоны, садятся, включают себе массаж, телевизор и по полчаса сидят под массажем бесплатно, потому что и смотрят кино. Серега, да зачем ты нам показываешь все эти прибамбасы китайские? Кому это надо? Машина ж просто для того, чтобы на ней ездить. Какие экраны, какие холодильники, это только китайцам надо. Сидим в Майбахе, и оказывается, что магическим способом все это здесь появилось. Представляете? Холодильник сзади, в подлокотнике экран, еще два экрана, сиденье вперед начало ездить. Ага, это было максимальное положение, видите, отъезжаю назад. Спинка поднимается, атаманка, где она там? Атаманка есть, шторки есть, алькантара появилась на потолке, представляете? То есть получается, что все эти прибамбасы настолько дорого стоят, что их дают только богатым людям. Не тем, кому надо ездить просто прямо. Не тем. Другого уровня людям вот это все
очень надо. Вся дверная карта кожзам, полностью вся. Кожзам достаточно хорошего качества, к нему вопросов нет. Внизу тоже обтянули кожзамом и есть ткань. У BMW пятерки новой, по-моему, во всех комплектациях внизу просто голый пластик. Здесь обтянули, вопросов нет. Здесь сейчас пластик, но в допом можно заказать кусочек из дерева тут будет. У стеллата материалы на дверной карте чуть побогаче. Во-первых, здесь кусок дерева большего размера. Во-вторых, сверху и снизу такой же кожзам, одинаково, в принципе, достойного качества, но по центру большой кусок из натуральной кожи. К сожалению, не получилось записать полноценный тест-драйв Мерседеса. То, что вы увидели, это мы успели записать в среду. Мы взяли машину, я поехал полчаса, потестил ее самостоятельно. Затем хотел дать, как обычно, краткую выжимку. Но начался ливень, и мы практически ничего не успели записать. Приехали на следующий день, четверг, и я узнаю, что Мерседес, мои водительские права, по которым я могу брать машину на тест-драйвы, занес в черный список среди всех дилеров Мерседеса, и мне больше машину не дают. Для тех, кто не знает, мы всегда показываем YouTube-канал дилеру для того, чтобы он дал машину как можно дольше потестить. Ну и, видимо, за сутки они успели посмотреть некоторые обзоры с Мерседесами на нашем канале, увидели все это унижение и забанили меня. Ну, в любом случае, это не проблема. Я успел в среду нормально потестить его. Ну что, едем дальше. За самый топовый Mercedes E400, версия E-шки, самая топовая, то есть мы AMG не сравниваем, стоит 90 тысяч долларов. За топовый Stellato на 520 лошадей просят 62 тысячи долларов. То есть на 50% дешевле, чем топовая E-шка. Мягкость хода. Вы знаете, мне показалось практически одинаково. Может быть, Stellato чуть-чуть помягче. Несмотря на то, что S9 пророчили, что он уделает S-класс, что они собираются сделать какую-то супер навороченную мягкую подвеску, нет, это не так. Эта машина не такая мягкая, как S-ка. Но она практически как E-шка, может быть чуть-чуть мягче. И я вот что еще хочу сказать. Звук работы подвески у E-шки чуть потише, чем здесь. Вот так. Не хочу сказать, что здесь шумит, здесь все на премиальном уровне, все достойно. Как за эту цену, точно выше головы. Но в E-шке она отрабатывает чуть потише, это факт. Управляемость. Они заявили официально на сайте Stellato. Результат лосиного теста 81 км в час. И я вам скажу, это похоже на правду. Он точно острее, чем E-шка, очень похож на NIO ET7 в рулежке. В итоге по подвеске вывод такой. В сравнении с E-шкой у Stellato подвеска чуть громче отрабатывает, при этом она немного мягче. А в управляемости Stellato значительно острее, чем E-шка. И этот бонус управляемости благодаря тому, что Stellato электрокар. У него тяжелая батарея по центру, низкий центр тяжести. Тормозов мне хватило и там, но надо понимать, что в Stellato есть режим рекуперации. Здесь можно ездить на одной педали. Это серьезный бонус. Тут коэффициент аэродинамического сопротивления 0.19. Сегодня это лучший в мире результат. Лучше ни у кого нет, но однако есть достаточно много машин с таким результатом. Какой результат у E-шки, так и не получилось узнать, дилер сам либо не знает, либо не хочет говорить. Сидеть неудобнее здесь. И не потому, что здесь сиденье лучше. Там тоже достойное сиденье. Здесь вылет руля больше. Я могу ноги вытянуть. Сижу ровно, достаю до руля, но и коленом полностью уперся. Я не могу вытянуть ноги и вытащить на себя руль, как в Stellato. Здесь сидеть менее удобно. Кстати, это обратная сторона вот этого гиперскрина. Да, он красивый вот такой. Но у него выступ здесь, который упирается в колено. Вот так. Обратите внимание на вылет руля. Последний раз такой вылет я видел в BMW iX. Получается, что я могу практически вытянуть ноги. Практически вытянуть. То есть у меня вот примерно под таким углом колено, голень, бедро. Здесь сидеть, благодаря тому, что вылет руля такой, здесь сидеть намного удобнее, чем в E-шке. Как вы догадались, меню здесь Tamagotchi и карта подтормаживает. Где я? Куда я вообще попал?
Где я? Лови, лови меня. Лови мой палец. В общем, подтормаживает карта. Сверху вниз. Мы обычно хотим видеть горячие клавиши. Здесь какие-то notifications. Смотрите, я уже ему говорю, иди наверх. А что, я должен как-то отсюда? Нет. О! В конце концов мы это сделали. Победа. Качество экрана не хуже, не лучше, чем там. Классное качество экрана. Именно классное. То есть вообще к самой картинке нет вообще вопросов. Великолепная картинка. Я думаю, здесь все понятно. Уже эта тема объезжена много-много раз. И всем понятно, что здесь карта просто летает, а там до сих пор они где-то застряли. Ладно, давайте подведем итог. Они, видимо, решили зайти хитро. Пытаются залезть в такой сегмент, где никого нет. Еще и демпингуют ценой. Ну, думаю, что они не работают в минус, но, скорее всего, работают в ноль. Они сегодня могут себе это позволить. У Huawei куча денег. Ну, а топовая E400 Fomatic должна стоить, как бы максимально справедливо ее оценить, 40 тысяч долларов, не 90. Ладно, друзья, спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте жирный лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в телеграм-канал, там больше контента. Берегите себя, ешьте полезную еду, занимайтесь спортом. До новых встреч!